В России сегодня день Конституции. Основной закон был принят на всенародном референдуме ровно 25 лет назад. В Телеграме по случаю юбилейной даты Владимир Путин отметил, что Конституция создала условия для стабильного развития государства. По всей стране сегодня праздничные мероприятия, концерты, выставки. Юным россиянам вручают паспорта, а в школах проводят тематические диктанты и уроки правоведения. И специально ко дню Конституции в Москве открылся семинар для региональных руководителей законодательных органов. С приветственным словом перед ними выступили председатели обеих палат парламента. Конституция заложила основы, новые основы парламентаризма. У нас появилось Федеральное собрание, Государственная дума, Совет Федерации. По-новому были избраны региональные парламенты. Конституция утвердила основное положение социального государства, которому мы следуем все эти годы. Принятие Конституции определило наш путь движение, развитие страны, заложило принципы, на которых базируется наше государство, и определило наши приоритеты.